Привет, друзья! По вашим многочисленным просьбам я заказал еще партию товаров для кухни с AliExpress и сделал подборку наиболее интересных вещей, которые могут вам пригодиться и, возможно, будут полезными. Досмотрев видео до конца, сможете принять участие в конкурсе с денежным призом. Поехали! Детская посуда. Заказал две тарелки разных цветов. Пакуются в индивидуальные пакеты. В магазине есть 4 цвета на выбор. Также можно заказать ложки, вилки и полный комплект. Цены ниже, чем в офлайн-магазинах. Дети любят опрокидывать тарелки. Для этого тут предусмотрена большая присоска. Держит она прочно. Противного запаха нет. Обработка материала хорошая. Предусмотрены две ручки с точечными выступами. И также герметичная крышка, в которую можно помещать ложку. Глубокий, прочная и цена хорошая. Набор для приготовления чипсов в микроволновой печи. В одном из выпусков я вам показывал большой вариант, без набора аксессуаров. Этот пакуют в заводскую коробку, внутри которой находится небольшая подставка с прорезями для нарезанных продуктов и с ручкой. Держатель для картофеля, также тарелка сверху которой необходимо установить площадку для нарезки продукта тонкими ломтиками. Я привык резать обычным ножом, но для кого-то такой вариант будет более приемлем. После нарезки картофель разместить в ячейке и поставить микроволновку на полную мощность минут на 5. Я готовил так много раз, получается довольно неплохо. Попробуйте. Недорогие моющиеся наклейки на стену возле плиты или плитку. Покупаю не первый комплект, также просят заказать знакомые. Качество изготовления здесь хорошее, как и сам принт. В магазине есть разные рисунки, размеры. Наиболее популярные это 90 на 60 сантиметров и 75 на 45. Цена чуть более $1, а качество классно и рисунки очень яркие. В магазине пишут, что основа фольгирована, клейкая поверхность хорошая, адгезия тоже. Рекомендовать к покупке могу, ссылки на разные версии есть в описании. Популярный и хорошо продаваемый кухонный аксессуар, который подойдет для любого праздничного стола, особенно детского. Если хотите добавить немного разнообразия, то можно приобрести вот такие классные подставки со шпажками. Цена невысокая, в комплекте 6 птичек, которые выступают в роли ручек. Пластик не тонкий, так просто не сломать, а смотрится вся композиция в целом довольно неплохо. Бамбуковые маты для тарелок и приготовления суши в домашних условиях. Почти 2000 заказов и множество положительных отзывов. На вид выглядят даже лучше, чем на фото у продавца. И присутствует запах бамбука. Размер 24 на 24 сантиметра. Швы аккуратные. У меня все доехали целыми, хотя я встречал в отзывах, что люди получали погнутыми частями. Продавец сейчас в комплект кладет еще бонусом деревянную палочку для риса. Чашка корова, как называют переводчики AliExpress. На самом деле это забавный, интересный, креативный кухонный аксессуар. Упаковка хорошая, плотный картон и заводская коробка. Внутри еще слой уплотнителя, так что все приезжает целое. Чашка изготовлена из стекла, имеет двойное дно и носик для слива. Второе дно представляет собой форму вымя коровы, так что как бы намекает на то, что использовать нужно для молока. Я так и сделал, налил молока и получается вот такая картина. Согласитесь, интересно, возможно, если собираетесь кому-то в гости, то в качестве подарка такую покупку рассматривать можно, сгодится. Я вам показывал уже чашку для виски со вторым дном в форме черепа, также для влюбленных в форме сердца, ну а это вот еще приобрел в коллекцию. У нас в магазине такого не встречал, ссылка в описании. Нашел на AliExpress еще одну класснючую емкость для воды и масла, бутылка в форме человеческого тела. Продавец с бонусом добавил еще какие-то наклейки с тачками, ну и на этом спасибо. Купил я две штуки, объем 350 мл, в отдельном пакете находятся крышки. Высота бутылки 18 см, в руке лежит очень удобно, пластик как в обычной бутылке для воды, только форма крутая. Есть еще женские версии бутылок, так что выбрать можно. При наполнении водой эффект не очень, а вот если налить чая или сока, молока, смотрится круто. В руке лежит очень удобно за счет такой рифленой структуры. Некоторые девушки пишут, что после покупки такой бутылки стали больше употреблять жидкости и начали худеть после того, как подержат в руках такое мускулистое тело. Вот такие хитрые китайцы. Раньше такого не встречал, так что решил с вами поделиться. Смотрится интересно. Также я оставил ссылки еще на другие модели. Посмотрите в описании.
Удобная и полезная швабра не только для кухни, но и всего дома. Главная особенность в том, что предусмотрен контейнер для воды и есть сопло, через которое вода равномерно разбрызгивается перед тряпкой. Кнопка для подачи воды, точнее рычажок, находится на ручке. Одного заполнения хватает на 50-70 квадратных метров уборки. Телескопическая металлическая трубка, тряпка в комплекте, легко отсоединяется и моется. В общем, вещь классная и полезная, в наших магазинах похожая в два раза дороже. Цена отличная, для влажной уборки то, что нужно. Рекомендую. Самая популярная сковорода из AliExpress. 17 тысяч заказов и почти все отзывы положительные. Я уже заказал. Как заявляет продавец, то покрытие из керамики и титана. За эту цену я сомневаюсь, но оно очень устойчивое к царапинам и отлично моется. Диаметр 25,5 см. Общая длина с ручкой 43 см. В ролике по ней стучали молотком, помещали в духовку и царапали миксером. Роликовый нож. При нарезке овощей, зелени, теста или для разделения пиццы этот кухонный инструмент может вам пригодиться и облегчить процесс приготовления пищи. Особенность заключается в том, что на рукоять особых усилий прикладывать не нужно. Рука будет меньше уставать за счет того, что колесо всегда находится на дощечке. Предусмотрен также фиксатор для остановки вращения. Мыть просто, так как он рассоединяется на две части. Прикольная, интересная вещь и полезная. Силиконовая форма для выпечки. При распаковке запаха резины не было. Продавец бонусом отправил еще небольшую форму для приготовления кексов. Силикон пищевой и отлично выдерживает температурные перепады. Гибкий, что облегчает процесс извлекания готового продукта, а также процесс мытья не вызывает сложностей. У продавца есть 4 цвета на выбор. Красивые, легкие и компактные. Покупать можно, да и размер не маленький. При мытье посуды в раковину попадают остатки пищи. Есть различные приспособления для того, чтобы не засорялся ваш трубопровод. Один из вариантов могу предложить набор из 100 штук сеток, которые устанавливаются в горловину раковины. При заполнении просто нужно вытащить и выбросить с остатками пищи. Устанавливаем новую и процесс повторяем снова. Продавец предлагает два размера на выбор. Подробности есть по ссылке в описании. Следующий предмет для вашей кухни поможет облегчить процесс мытья посуды. Казалось бы, что еще такого можно придумать? Так вот, для того, чтобы постоянно не смачивать губку моющим средством, китайцы предлагают такое устройство. В резервуар заливаем моющее средство, а на конце плотная щетина. При надавливании на ручку гель начинает стекать и намыливать поверхность посуды. Удобная и интересная вещь. Более 700 заказов на момент записи и хорошие отзывы. Ко всему этому щетка поставляется в заводской упаковке и предусмотрен наклонный держатель с отстойником. Двойная мельница для специй. Это также один из самых популярных аксессуаров для кухни. Данный вариант представляет собой колбу на два отделения в виде песочных часов. Между собой они, естественно, не смешиваются. Размеры не маленькие, в руке лежит удобно, с перцем справляется на отлично, вообще без усилий работать можно. Предусмотрен также регулятор для размера помола. Удобная и недорогая вещь, которая пригодится на кухне. Я использую уже и с готовыми специями также. Соломинки для напитков или трубочки. В них нет ничего необычного, за исключением того, что я покупал 500 штук и достались мне они за $6 при использовании купона и 7% скидки, которая есть в описании. Даже сейчас в магазине у продавца одна штука 1 рубль. Для летних коктейлей и прохладительных напитков самое то, да и вообще дома не помешают. Объектив фотоаппарата. Нет, друзья, я не перепутал рубрики, все дело в том, что это такая крутая чашка, которая очень похожа на объектив фотоаппарата. Китайцы скопировали практически все, она прочная, предусмотрена даже крышка, на которой надпись Canon. Ну почти Canon. Вместительность 400 мл. Мне понравилось, да и от подарка я бы такого не отказался. Так что если собираетесь в гости и не знаете, что подарить, то вот к вам как вариант можете присмотреться. На кухне будет круто выглядеть, 100% необычно. С предыдущим стаканом можно и возле компьютера за рабочим столом. Но чтобы не перевернуть чашку или если не хватает места на столе, то вот переходим и приобретаем пластиковый держатель для стаканов. Представляет он собой большую прищепку с мощной пружиной и отверстием под стакан или чашку. Цена меньше 100 рублей за одну штуку. Влагостойкие антибактериальные коврики для холодильника. Продавец с комплектом отправляет сразу 4 штуки. Размеры 30 на 44 сантиметра. Также можно выбрать один из трех представленных цветов.
На момент записи видео уже более 3000 заказов с рейтингом 4,9 баллов из 5 размещается на полке холодильника. Тем самым при помещении кастрюль предотвращают образование царапин на поверхности полок самого холодильника. Мыть их проще, чем снимать полки. За счет силиконовой поверхности продукты и сама подстилка не ерзают по поверхности. Удобная и практичная вещь, да еще и цена нормальная. Шпажки для канапе. Я показывал вам кита, дерево с птичками, а это еще один вариант. Бочка или корзинка, в которой 16 штук шпажек, вилочек различного цвета и узора ручки. Размеры 12 см на 7 см. Качество изготовления хорошее. Предусмотрено 3 вида цвета на выбор. Товар полностью соответствует описанию, хотя на фото смотрится все же больше, чем в реальности. Но на вашей кухне будет смотреться еще лучше, уверяю. Конфеты и сладости любят многие из нас. Наверное, у каждого дома есть корзинка или емкость, где хранятся конфеты. Я купил на Алиэкспресс корзинку ручной работы, которая и является плетеной корзинкой для конфет. Правда, при транспортировке животное лишилось ноги, но я это исправил с помощью клея без проблем. Так смотрится, конечно, очень красиво. Есть 3 разных размера на выбор и несколько персонажей. Сито для муки. Довольно интересный и популярный вариант, который оправдывает свою стоимость. Емкость выполнена в форме чаши. Резервуар на 250 грамм и есть мерное деление на 125 грамм. В ручке есть подпружиненный механизм, нажимая на который мы вращаем шестилепестковые лопасти, которые упрощают процесс просеивания муки или сахарной пудры. Удобная, компактная и полезная вещь для кухни. Держатель винных бутылок. Декоративная, красивая и интересная вещь, которая хорошо впишется в любой интерьер. Особенность продукции в том, что все выполнено из металла и делается вручную. У продавца есть разные варианты, но мне понравился этот. По ссылке в описании сможете присмотреться еще к другим вариантам. Но вот скажите, у кого такая еще есть? Заварников для чая я вам показывал уже более 10 разных вариантов точно. Купил в коллекцию еще один. Это динозавр с металлической цепочкой. На голове у него отверстие и на спине также. Рассоединяется на 2 части для засыпания заварки, а потом его уже нужно утопить в кипятке. Изготовлено из пищевого силикона, запаха нет, но перед первым применением рекомендую промыть в кипятке. Меламиновые губки. Они настолько популярны, что все мои друзья после просмотра роликов и пробы, так сказать, вживую просят, чтобы я при заказе также им приобретал. Вот еще один вариант, который я купил. В комплекте 100 штук. Правда, продавец отправил серого цвета. Как по мне, то они немного хуже, чем белые. Ссылку на хорошие я оставлю в описании. Отлично справляются с жиром, удалением маркеров и пасты с поверхности стола и зеркал. Один из самых популярных и недорогих принадлежностей для кухни, в частности, интересно для тех, кто любит рыбные продукты, но не очень любит чистить рыбку. Чтобы не разбросать весь мусор по кухне, как это часто бывает, то приобретаем такой нож, в котором есть контейнер для сбора чешуи. Процесс очистки точно облегчится. Цена 30 рублей, более 6000 заказов и 95% положительных отзывов. Так что к покупке рекомендую. Половник динозавр. Интересный вариант такого простого и востребованного кухонного аксессуара. У продавца есть несколько цветовых вариантов. Предусмотрены 4 небольшие ножки, чтобы можно было установить. Если разместить в кастрюлю, то вид получается вообще интересный. Детям очень нравится, да и цена невысокая. Я купил несколько штук. Ссылка на хорошего продавца в описании. Если половник уже есть и вам постоянно некуда девать крышку от кастрюли, сам по себе знаю, что часто не могу ее куда-то пристроить во время приготовления пищи. Предлагаю присмотреться к вот такому небольшому устройству, которое представляет собой держатель для крышки и небольшое углубление для половника. Простая конструкция, но добавит удобства на кухне. Лоток с антипригарным покрытием для пиццы. Купил на пробу. В комментариях писали, что приходит мятый, но у меня упаковка очень крутая, несколько слоев пупырки. Видимо, продавец учел все замечания по доставке. И еще небольшой бонус от продавца – защитный чехол для пальцев при шинковке продуктов. Полезная мелочь. Что касается лотка, то в руках металл не играет. Покрытие антипригарное, а под ним находится нержавейка. Так что даже после царапин использовать можно. Диаметры можете выбирать, какие вам нужны. Я взял 26 сантиметров. Щипцы-прихватка. Обжигались хоть раз при извлечении посуды из духовки или микроволновки? Если да, то для этого, конечно, есть рукавичка-прихватка. Но бывает, что ей не всегда удобно пользоваться. Либо тарелка маленькая, либо уже сама прихватка прогорела.
Предлагаю приобрести такой вариант, которым пользоваться удобно. Напоминает плоскогубцы, только изогнутые захваты. Предусмотрен подпружиненный механизм для удобства работы, да и пригорать не будет. Места на кухне много не займет, а выручить вас сможет. Цена примерно 200 рублей. Впереди еще много всего интересного. Я заказал еще не один десяток товаров с AliExpress, так что не забывайте подписаться на канал. Также обязательно при любой покупке используйте проверенный мною кэшбэк. Там есть более 1000 магазинов, не только из Китая, но и из большинства площадок по России, Украине, Белоруссии. Ссылка в описании. Рекомендую подключиться или установить плагин «Помощник для браузера». А теперь конкурс для тех, кто досмотрел ролик до конца. Разыграем мы 500 рублей на счет мобильного или Kiwi кошелька. Участников и победителей в моей группе ВК есть много, можете почитать отзывы, там их более сотни. Для победы вам нужно поставить лайк на это видео, быть подписчиком моего канала и пишите любой комментарий. Либо можете написать свой самый любимый рецепт для приготовления шашлыка, которым пользуетесь, а я уже по нему приготовлю и опубликую на втором канале. Итоги подведем через неделю. Вкусного настроения, спасибо за просмотр, не прощаюсь.